Всем привет! Мы приехали в отель Ковратана Расселхайма. Сейчас будем делать обзор. В отеле Ковратана Расселхайма генеральный директор немец, поэтому здесь настоящий немецкий сервис, менеджмент, то есть настолько педантичный, четкий, здесь всегда чисто, всегда сервис на высоте, всегда вкусное питание. В связи с этим здесь отдыхает контингент людей такой определенный, которые любят уединенный отдых, спокойный, то есть тут вы не увидите каких-то пьяных людей, кричащих тагил, то есть кто ценит вот такой настоящий спокойный отдых, я очень рекомендую рассмотреть этот отель. Территория отеля просто огромная, 250 тысяч квадратных метров, но знаете, вот на каждом шагу есть какая-то зелень, какие-то кустики, деревья, цветы, пальмы. Это все настолько ухоженное, вот прям респект садовникам. Вот именно, мне кажется, зелень, море, оно создает вот эту вот настоящую такую классную атмосферу отдыха. Вот. И еще хотелось сказать то, что вот насчет большой территории. Здесь есть багги с любой точки отеля. Вы можете вызвать через ресепшн, это все бесплатно. Он приедет с любой точки отеля, вас заберет и отвезет куда нужно. Кому бы я рекомендовала вообще остановиться в данном отеле Ковратана? Вы знаете, наверное, абсолютно всем. Если говорить о молодежи, о тех, кто любит подвижный образ жизни, спорт, медитации, йогу, здесь есть специальные променадные дорожки, где можно будет бегать. Здесь можно медитировать, заниматься йогой прямо на море. Вот. Если говорить о семейных, то отель тоже как бы данную концепцию придерживает. Здесь есть и мини-клуб, и всякие анимации, и вечерняя анимация, и дневная анимация для детей, для взрослых. И также, например, если вы будете с коляской, то по этим променадам можно не только бегать, но еще и гулять с коляской. Вот, что тоже очень удобно, потому что территория очень большая у отеля, даже не обязательно будет куда-то выезжать. Но мы все прекрасно понимаем, что иногда просто охота пройтись, особенно после шведского стола. Так что отель абсолютно подойдет каждой категории. Пляж в отеле Ковратана просто поражает. Вот. Интересно, что если брать отели Маржан Айленд, то там нет, там такая гладь, тишина, вообще волн нет. А здесь 600 метров длиной пляж. Здесь есть волны, и то есть ощущение такое, как будто это океан. Еще мне здесь очень понравилось одно место, оно такое расположено в лагуне, это настоящая, ну, морская вода, вот, и здесь нет какого-то затхлого запаха и так далее, как может показаться. Прикольно, что это такое, как создается ощущение, что это маленькая Венеция, и здесь есть даже специальные лодочки, на которых можно будет романтично покататься. Также здесь расположены виллы на данной лагуне, в них тоже можно будет забронировать номера, уточняйте у ваших турагентств. А еще здесь есть отдельная зона на пляже, только для взрослых, релакс-зона, без детей, где можно будет отдохнуть со своими половинками, с друзьями, в спокойствии. Мы сейчас находимся в двухэтажной вилле. Здесь две комнаты, бывает одна комнатная, трехкомнатная и двухкомнатная. Вот. Размещение примерно там, 2 плюс 2, но если у вас детки, можно какие-то дополнительные спальные места еще поставить. Здесь есть своя кухня, можно будет что-то приготовить, например, если какое-то особенное питание у вас. Здесь есть свой частный бассейн, который только для вас. Здесь прекрасный вид на лагуну и на море. Мы сейчас находимся в стандартном номере отеля Ковратана Расселхайма. Вот так он выглядит. Здесь возможно размещение двое взрослых, двое детей. То есть экстра бед еще поставят. И у каждого номера есть свой балкон. Мы смотрим сейчас еще одну категорию номеров, она более новая. Отличается тем, что здесь паркетный пол, нет вот этого кафеля, я его, честно, прям ненавижу, гардеробная зона классная. То есть он такой прям просторный, современный, и вот честно, мне эти номера даже больше нравятся.